Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко. Одиночество – это вовсе не так уж страшно. А страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызучей боли, что вползает под кожу и ест с корнями. Но ты роешь могилу от слов «уволен». Или «лучше остаться с тобой друзьями». Говоришь, как пугающие предпосылки неизбежности рока, судьбы и дела. Страшен выбор – идти собирать бутылки –